qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, les pirajok? Bilash, il s'appelle Bilash. Bilash, c'est quoi exactement? Bilash, c'est la pâte avec les viandes dedans. Ты что попищешь? Ну, ножи где-то были, тут у нее. Нет, тут, да ладно, накрошим. Это маленькие и все. Так, это бабки, кости, улицу выбросишь. Горит, горит, горит. Сейчас. Это быстрее и надежней, чем электро. Все. Сейчас от застытой маленько, чтобы растаял. Да как на то бишь там, а то. Это чашка там. Все высохло в этой. Делается все это туда раз. Я тут что шипу делаю в саду. Он раз все это на YouTube. И вся планета смотрит. И вот у него эти. Его эти самые. Кто его смотрит на YouTube. Что-то большие сделали. Вот да. Нам бы такой кусок земли его. И ухоженный. Это маленький еще. Но. Так у них там у вообще. Людей есть он по 10, 15, 20 соток. Oh, en Suisse, ils sont tout petits, les jardins. Ça peut être trop facile. Non, en Suisse, la Suisse, là aussi, elle est petite, la Suisse. Mm-hmm. Il ne peut pas donner beaucoup de terre, s'il est. La terre, tu vois. La carte, tu vois, la Suisse. Вот так, 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 будь. И мешай. Уже пирожки-то можно стряпать. Я хочу сейчас налить. Мы включили сейчас. Да, она включена, ждем. Положить это. А, вы здесь хотите? Ну, если не будет плохо жарить, то да. Идем, сейчас сожгу себе. Je vais où? T'es aux toilettes? On dirait que t'es derrière un guichet. Ah, c'est ça l'expression. L'histoire du guichet. Ah, c'est normal? Et puis on va encore перевернем. Чтобы прожарилось. Ça s'appelle comment ça? Баба делает. Биляш. Биляш? Биляш. C'est presque fini. Non, oui, encore trois. Trois.
Ça a goûté, c'est bon? Très bon, avec la viande. Juste comme ça, c'est très bon. Вот у нас стопочки. Сюда ты налей, я потом перелей, чтобы видно было сколько. Да я так не ошибусь. Ага. Ханкузи он то капроновый наливай. Он говорит, это ага. Стоп, стоп, наили, мы это уже пили, ну куда ты полный наливаешь ты? Mm-hmm. Все, стоп, стоп. Ой. Давай. Ну давайте. Давай. За хорошую погоду. Да-да. Давай. Погода. А вот огурец, подожди, что-то. Одна нога длиннее.